OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Сначала срочные новости. Смотрите, Андрей Андреевич, ну вот ситуация как развивается. Сегодня буквально за несколько часов до этого эфира Ники Хейли объявила о том, что сходит с предвыборной дистанции после сегодняшних голосований, большого вторника. Как известно, Трамп, по-видимому, остается единоличным номинантом, по-видимому, перед республиканской конференцией для выдвижения его в качестве кандидата от республиканской партии. Смотрите, это ситуация ожидаемая, новая, и тем не менее мы исходим из того, что внутри республиканской партии кандидатов, конкурентов Трампа не осталось. Видимо, надо исходить именно из того, что Трамп, по сути, будет номинирован как единственный кандидат, хотя, опять же, повторяю, сюрпризы еще возможны. Что можно сейчас сказать, какая там обстановка в Вашингтоне, вам как к смотрящему вопрос, что это меняет или уже не меняет ничего, как вам эта вся ситуация видится? Ну, давайте, раз уж это начали, вернемся к прозвучавшему 2 часа назад заявлению Хейли. Да. Я его внимательно выслушал, оно очень многозначное. Во-первых, Хейли заявила, что она не считает себя более связанной тем обязательством, которое она дала, соглашаясь на участие в предвыборных дебатах. Мы помним, что предвыборный дебат организовал Национальный комитет Республиканской партии, и он потребовал от всех участников обязательства поддержать победителя на республиканской конвенции. Кстати, Трамп отказался дать такое обещание. И не только по этой причине, но он не участвовал в этих дискуссиях. Хейли заявила, что она больше не считает себя связанной с обязательством, потому что отдавала его другому республиканскому национальному комитету. Действительно, в рамках той мафиозного захвата республиканской партии Трамп провел еще чистку комитета национальной республиканской партии, возглавить которой он поставил свою невестку, жену одного из его сыновей. И поэтому она публично отказалась поддерживать Трампа как кандидата от республиканской партии. Это первое. Второе, она объяснила причины, почему она не может поддержать Трампа. И она назвала основное, что она выражает мнение тех многочисленных сторонников республиканской партии, для которых ценны регановские политики, внешняя политика, регановские ценности, защита наших союзников. В частности, она категорически выступила в поддержку финансирования Украины, Израиля и Тайваня, обозначив то принципиальное различие с Трампом, которое у нее есть, ну, как бы, так сказать, зафиксировав себя как выразителя или лидера, если хотите, регановского крыла этой партии. Она сказала, что я не являюсь больше кандидатом в президенты, но я буду продолжать защищать те ценности республиканской партии внутри ее, которые я отстаивал во время кампании. И чтобы заслужить нашу поддержку, моих сторонников, Трамп должен изменить свою точку зрения по целому ряду вопросов. OMTV.ua. Про головне. Самое мощная, одновременно оригинальная международная новость сегодня. Исторический день, без преувеличения, для НАТО. Организация Североатлантического договора пополнилась 32-м членом. Ей стала скандинавская Швеция. И, как ожидается, об этом говорят уже в открытую, многие члены Альянса, 33-м членом НАТО должна будет стать Украина. Такая красивая цифра, 33. Ну и сегодня стало известно о том, что Украина получит 800 тысяч снарядов, которые нашел для Украины президент Чехии Петр Павел, последней страной, которая вошла в эту коалицию. 19-й страной стала Норвегия, которая добавит недостающую сумму для покупки столь дефицитных снарядов для Украины. А несколько недель назад, когда стало известно о том, что в руки российских оккупантов
попали американские системы Starlink. Я предупреждал, что Илона Маска ждут тяжелые времена. И Конгресс, именно так и сказал, начнет расследование. Именно это сегодня и произошло. Об этом стало известно из письма конгрессменов США, которые направили руководству компанию SpaceX, которая и владеет этими самыми Старлинками. Теперь Илону Маску придется отвечать на ряд очень и очень неприятных вопросов. Наконец, решительные действия президента Франции Макрона для спасения независимости Молдовы. Сегодня французский президент заявил о том, что на территории этой бывшей постсоветской республики откроют французскую постоянную военную миссию для обучения солдат молдавской армии. Ну и, наконец, Валерия Залужного, бывшего главкома вооруженных сил Украины, отправят послом в Великобританию. Об этом сегодня стало известно из Министерства иностранных дел Украины. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, Конгресс США намерен начать расследование в отношении компании SpaceX и самого Илона Маска. Об этом стало известно из письма конгрессменов от Демократической партии Джейми Рейскина и Роберта Гарсии. Они адресовали это письмо президенту компании Илона Маска SpaceX Гвин Шотуэлл. Об этом пишет сегодня Washington Post. Как пишут конгрессмены в своем письме директору компании SpaceX, информация об использовании российскими оккупантами терминалов компании Маска представляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни ее граждан и национальной безопасности США. И вот это последнее, по сути, звучит как приговор. Конгрессмены заявили, что уже начали свое расследование в связи с сообщениями о наличии у оккупантов терминалов Starlink. Уже потребовали, компании придется, она не сможет отвертеться, поскольку таковы жесткие нормы американского законодательства. Теперь придется пройти, в том числе Илону Маску, через расследование Конгресса, прийти на слушание, ответить на ряд неприятных вопросов, будет отвечать в частности о том, как эти терминалы оказались в распоряжении российских военных. Это нарушает прямо американские санкции и каким образом российские военные, мало того, что они их купили, они пользуются. То есть компания SpaceX предоставляет, раздает им интернет, который они используют в военных целях для, и это важно, на территории оккупированных регионов Украины. То есть это все будет нести серьезнейшие последствия. Ну, финансовая это только часть, то, что придется заплатить, очевидно, огромный штраф компании Илона Маска, но все может для него закончиться еще и хуже. Это могут быть серьезные обвинения в нарушении федеральных законов, поскольку, подчеркиваю, ему вменяют в вину нарушение национальной безопасности США. Вот это уже куда серьезнее, чем что бы то ни было. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.